я сейчас нахожусь в парке Гуэль. Есть много кафешечек, можно покушать. И, естественно, дойти до смотровой площадки, вход на которую уже стал платный. Получается, один вход. А вот здесь проверяют билетики и пускают. И второй вход вот с этой стороны. Тоже второй вход. Вход сейчас стоит 7 евро, если вы покупаете билеты онлайн, и 8 евро, если вы покупаете непосредственно билеты в парке. Раньше здесь была вот эта смотровая площадка, просто полна народу, как говорится, вот яблоку негде упасть. На скамеечку было тяжело присесть, пофотографироваться, не было свободных мест. Сейчас мы видим туристов уже не так много, потому что пускают сюда группами. И можно спокойно погулять, пофотографироваться, видео записать, отдохнуть на скамеечке, посидеть. Она вот такая длинная, извилистая. И видите, сколько стало свободных мест. У меня было 2 года назад, в 2012 году, вход еще был бесплатный. Вот сейчас, приехала в июне 2014, уже платный. Красивые виды открываются на город. Так, это мамулька. Ждет меня, пока я снимаю видео. Итак, друзья, говорим парку Гуэля до свидания и перемещаемся в сторону собора Святого Семейства, или как еще называют этот храм, Саграда Фамилия. Это величайшее творение Антонио Гауди, которое он, как все мы знаем, так и не закончил, поэтому стройка ведется до сих пор и, предположительно, хотят закончить уже строительство к 2026 году. Чтобы попасть внутрь храма, необходимо отстоять огромнейшую очередь. Зато внутри вы сможете в крипте увидеть, где же захоронен Антонио Гауди. Итак, друзья, приглашаю вас внутрь этого прекрасного храма.
еще не достроился. Стройка, это стройка века. Не знаю, сколько она будет продолжаться. Здесь очень красиво, и он огромнейший. Мне очень нравятся мозаичные витражи, понравились. Собор очень светлый. Собор фантастический, не похож ни на один в мире. Это просто что-то космическое.